И доброго времени суток, вы на просторах развлекательного канала Ichi Game Stub. Меня зовут Антон, или же просто Ichi, и сегодня мы продолжаем наше шествие к Кубку Мира в игре Гарри Поттер и Чемпионат Мира по Квиддичу. И что же, в прошлой серии мы выиграли у команды Японии, и давайте вот посмотрим статистику, которая, собственно, сейчас на экране. А по статистике мы сейчас на первом месте. После нас идет команда Болгарии. И смотрите-ка, значит, всего игр сыграно у нас 5. 4 победы, 1 поражение. И по очкам 1640. То есть, если сравнивать с той же Болгарией, которая на втором месте, то, блин, ну... почти в 2 раза больше, реально. Почти. Ну, там не в 2 раза, конечно, поменьше. Но все равно приличный такой отрыв, надо сказать. Ладно, что же, продолжаем, смотрим, что далее. Раунд 6. А в 6-м раунде мы, кстати, не участвуем, как я посмотрю. Сборной Северной Европы нету. Поэтому продолжаем. И видим результаты. И продолжаем таки. Опять-таки продолжаем. И вот, наконец-то, раунд 7. Мы, опять-таки, уже будем против теперь сборной Испании. Кстати, вроде мы с испанцами уже играли, если я ничего не путаю. Хотя могу путать. Ладно. А, так или иначе... начинаем матч. И что же, посмотрим, что будет. Играем мы на своем родном стадионе, что меня лично не может не радовать. Потому что, как я уже говорил, мне родной наш стадион крайне нравится. Из-за вот этого вот северного сияния, да и в целом лед, все такое. Я льду. Фу ты, я льду. Я люблю такие заснеженные пейзажи, именно вот ледники и прочие-прочие такие плюшки. Так. А, квафл у соперника и воу-воу-воу. Гол! Так быстро! Чё за фигня происходит? Так, хорошая комбинация. Да куда ж я кинул-то? Там же никого не было. Отнимай. Воу, я зря использовал увертку. Ладно. Так, ох, ёб. Какого-то рожна. Испанцы прям начали нас жестко рвать. Это мне не нравится. Воу-воу. Да, я туплю. Ладно, в любом случае наши игроки... сейчас, думаю, все исправит там наш Густасон и прочие ребятки. Воу-воу-воу. Что происходит? Бладжер. Выпускаем Бладжер. Бладжер, я выбираю тебя. Пикапи. Воу. Иха. Отлично. Гол забили. Отличненько. Так. Воу. Так, комбинация. И гол. Шикардос. Вот просто шикардос. Воу. Есть! Отлично! Отлично! Сбили таки! Оу, сволочь! Ноу! Почему? Испанцы! Ладно. Так. Ладно. Так. А может, тут еще с определенного расстояния надо эти все особые ходы использовать. Я имею в виду, когда вот ворота
пытаемся пробить. Холера его знает на самом деле. Да ё-моё. Да ё-моё. Не, я просто... Сейчас стараюсь еще все-таки выполнить этот особый ход. Красивые забивания, когда идут. Пытаюсь понять, как их использовать. Да ё-моё. Ладно. Извиняюсь, что замолк. Просто пытаюсь все-таки понять, как оно используется. Вот реально. Мне это совершенно непонятно. Хочется выполнить такие специальные ход команды именно в плане забрасывания во врата соперников. Но чё-то как-то не свезло, как говорится. То есть вот просто перехват, пожалуйста, без проблем. А особый гол как делать? О, клавиши я зажимаю, ребят. Какие надо. Вроде как. Вот так, вот типа такого. Вот как выполнять? Клавиши я смотрел, вроде все нажимал. Там холера знает, в общем. Может, поочередно надо, я не знаю. Объясните мне, пожалуйста, в общем. Как это делать? Потому что в детстве я, например, когда в эту игру играл, я все это дело выполнял. Там, без особых проблем. Хотя я, правда, барабанил, конечно, по всем клавишам. Там у меня управление вообще жесть было. Но в любом случае выполнять удавалось. А сейчас что-то беда печаль. Совсем. Ладно. Да ё-моё, замешкался. Ладно, хорошо. Сейчас отнимем. Куда я кинул? Ладно. А может реально вот после только таких пробросов можно? Кстати говоря, вполне вероятно. Вполне вероятно, может и такой вариант быть. Да ё-моё. Они, по-моему, свою... Да, они свой специальный ход выполняют. Окей. Решили потанцевать горячие латиноамериканские танцы. Хотя, стоп, Испания — это не Латинская Америка. Но в любом случае, жители Латинской Америки во многом, они именно что потомки испанцев тех, которые туда прибыли. Ну, во многом, не считая всяких там уже потомков индейцев, помимо прочего, майя, ацтеков, там, и прочих этих, чечемеков. Эйть! Эйть! Воу! Воу, воу! Так. Блин. Я все еще не использую особый ход команды, потому что хочу попробовать выполнить его на врата.
Так. Так. Блин. Так, ладно. Надо будет с этим разобраться таки. Реально. Потому что... мне это не нравится. Все-таки это возможность гарантированно забить гол, как-никак, с одной стороны. И плюс ко всему, с другой стороны, это еще возможность показать вам красивый гол. Что, согласитесь, на самом деле, весьма и весьма такая тоже важная вещь, как по мне. Воу, все. Профукал в любом случае эту штучку. Ненароком. Так что ладно. Хорошо, не буду тогда париться со всеми этими особыми атаками пока что. Пока не разберусь со всем этим делом. А то вам, боюсь, это все не особо интересно в таком виде смотреть. Так, стоп, вот так. Отдавай мне квафл. Отдавай. Так, ладно. Ну, испанцы, надо сказать, весьма такая уже серьезная команда оказалась. Воу-воу. Так. Так, что-то я тупанул. И да, забили. Они таки забили. Да ё-моё. Там же наш игрок был. Ладно, пускаем бладжер. Отдавай. А куда я кинул? И ладно. Итак. А кстати, по счету-то мы проигрываем, надо сказать. Я что-то и не заметил. Так, ладно. Ладно, ладно. Так, куда ж я... клешни руки. И да! Есть! 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 Оу! Holy shit! Holy. Так. Кузя. Эндерсон. Та-да-дам. Ну же. Ладно, поимка с ничья. Кстати, вот сейчас уже счет такой, что нужно быть осмотрительнее. Можем и всосать, как говорится. Глубоко так. Достаточно такие, извиняюсь уж за грубость. Но реально, счет-то такой, что не поймаем и с ничь сейчас и... проиграем, ребят. Так. Набираем энергию для ускорения. Хорошо, ладно. Наш ловец на хвосте у снича. Идет на сближение. Морда, я кирпич. Иду на сближение, как слышно, прием. Так. Поворот. На приближение опять-таки. Так, ладно. Ничего, сейчас мы его поймаем. Сейчас мы его поймаем, я думаю. И я надеюсь на это. И я думаю, да. Так, ох. Снич, нужен. Совсем рядом, совсем чуть-чуть осталось. Да, он был рядом, но он отрывается от нас. Однако мы его догоним. Совсем чуть-чуть осталось. Очередной поворот, очередной вираж. Ладно, наберем энергию пока что.
Спокойно, минутку. И есть! И сборная Северной Европы поймала снич. И тем самым уберегла себя от возможного поражения. И выиграла данный матч. Прекрасно, нордическая команда победила. Со счетом 230-90. Отлично. Ну и что ж, друзья, надеюсь, вам так или иначе понравилось. Извиняюсь уж за несколько скупой комментарий в данной серии. Пытался выполнить просто эти особые ходы, и поэтому немножко был такой напряженный. Плюс ко всему записываю я все это дело с утра. Я только вот, читайте, проснулся, позавтракал и сел сразу записывать. Так что я еще немножко не проснувшийся, плюс ко всему. Вот. Ну, так или иначе, надеюсь, вам понравилось. И не забывайте про лайки, не забывайте про комментарии, подписываться на канал, если вы этого еще не сделали. И все прочее, что поможет развитию канала сделать так же. Не забывайте, вот. Ну и на этом, пожалуй, все. Всех вам благ, удачи, пока!